В Руден в рамках фестиваля «Нас подружила Москва» прошел чемпионат по скоростной сборке «Спилскарт». Студенты из разных регионов и стран, которых объединил Российский университет дружбы народов, соревнуются знаниями федеративного устройства России. Они собирали спилскарты по маленьким частям в форме регионов. Таким образом, деталь за деталью складывалась вся страна. Руководитель программы рассказал об уникальности спилскарт. Уникальность в том, что магнитные детали спилскарты выполнены в форме регионов, и участники, собирающие спилскарту, в игровой интерактивной форме изучают географию страны, ощущают масштабы регионов. И собрав несколько раз спилскарту, человек буквально до автоматизма доводит свои знания. Помимо интереса к федеративному устройству нашей страны, участники еще были мотивированы тем, что выполнившие все нормативы сборки награждаются знаком отличия «Знай Россию». Задание нужно было успеть сделать за 10 минут. Руководитель программы прокомментировал, почему конкурс прошел в РУДН. РУДН – один из наиболее крупных российских вузов, в котором учится огромное количество студентов, в том числе из многих стран и регионов. Поэтому считаю важным проведение данного мероприятия именно здесь. Победитель конкурса будет участвовать в финале межвузовского чемпионата по сборке спилскарт РФ и представит на нем Российский университет дружбы народов. Телевидение РУДН. Новости.